Вот получается Rovi и i5 после рестайлинга. Это модель 2021 года, самая новая. Получается, есть три версии комплектации. У всех трех мотор и батарея одинаковые. Очень легко отличить первую комплектацию от второй и третьей по размеру колес. У нас здесь идут на 17. Значит, это или вторая, или третья версия. Ну, конкретно это вторая, я уже знаю. Вот у нас камеры кругового обзора есть. Тут ткань и кожа. Такое сиденье. Заднее сиденье очень просторное. Вот за правым, за пассажирским сиденьем я сам за собой сижу комфортно. Люк есть, бесключевой доступ. И в этой версии уже электросиденье. Начинается со второй версии комплектации.